связи с сильным снегопадом, который продолжается в регионе второй день, в правительстве Ульяновской области в оперативном порядке было организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Совещание провел губернатор Сергей Морозов. Сегодня Сергей Сергеевичем с Ольгой Владимировной там побывали на ряде объектов. Кровли зданий сегодня засыпаны снегом. Свисают огромные сосульки, и в том числе огромное количество снега находится. Я понимаю, что идет такая некомфортная погода, идет достаточно серьезный снег, но вместе с тем, коллеги, я нигде не увидел сегодня, проезжая по Ленинскому району, что кто-то где-то очищал. Ни бизнес, ни власть кровли своих помещений. Поэтому просил бы вот соответствующие министерства, Сергей Сергеевич и глав муниципальных образований, взять этот вопрос на особый контроль. По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться еще примерно сутки, до вечера 6 января. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, накануне и в день большого православного праздника Рождества Христова, глава региона через селекторную связь обратился к главам муниципальных образований. Завтра у нас большой православный праздник, один из самых главных, огромное количество людей, даже разных вероисповеданий собираются в храмах, в церквях на Рождество Христово, поэтому уличное освещение должно работать всю ночь, без всяких ограничений. В городе Ульяновске, в городе Димитровграде, в муниципальных образованиях. Это обязательно. Главы муниципальных образований все находятся на работе. Я надеюсь, Ольга Владимировна вам сказала, все на работе. Всю ночь, до окончания службы, пока люди не разъедутся. Что касается транспорта, расписание запланированных рейсов соблюдается. В департаменте транспорта организованы ежедневные дежурства. Руководители подведомственных организаций регулярно докладывают об обстановке. В целом на дорогах области обстановка удовлетворительная. Круглосуточно работает уборочная техника. Всем автолюбителям было рекомендовано ввести ограничение скорости. Крупных дорожных инцидентов в связи со снежными заносами не зафиксировано. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.